Так, операция Лахаза. Используя старые горные тропы, противник подвозит боеприпасы и подкрепления к своим позициям. Команда организует засаду и проводит патрулирование в районе моста Лахаза. При этом необходимо избежать обнаружения до начала операции. Затем команда продолжает охрану сектора до наступления рассвета. Ночная миссия, да? Змей, организуй засаду и патрулирование у моста Лахаза. За пополнением боезапаса возвращайся на базу патруля. Отбой. Только я уже не успел родиться, меня уже это обрабатывают нахуй. Так, сейчас я. Хуя? Ну да, блядь. Готов. Темперы у нас тут, блять. Больше нету. Их от наш вертолет. Откуда вы бежите, заебали? Ду-ду-ду-ду, да. Цель к северо-западу. Патруль движется в твоем направлении. Хуйство. Нет, не хуйство. Понял, принял. Так, значит у нас... А, вон бегут. А, этих сейчас с этого бугорка встретил. Чё, не пойдут? Не. Блядь, а, не идут. Ладно, хуй с ним, пойдем еще раз испытаем судьбу, блядь. Цель к северо-западу. Патруль движется в твоем направлении. Еще один где-то. Блять, сюда конвой хуярит натурой, блять. Замечен патруль, идет к тебе.
Пойдем, ладно. Наш. Уничтожить конвой. Ну, хуйня. Чё. Проще пареной репы, блядь. Дальше. Ебать, так я еще нахуй закончу, ебать, если так миссия легко идет.